парни сегодня одержали разгромную победу над командой Ghostbusters. Во втором тайме уже пытались немножечко сбавить темп игры, перестроить как-нибудь, учитывая то, что уже было фактически все ясно. На самом деле нет, у нас просто так разделен состав, что в первой половине играют обычные ребята, во второй играют именно ребята с мини-футбола. Ну и так получилось, что именно наша минковская четверка привезла все голы сегодня. У них какие-то схемы, тактики, которые не работают. Мы играем в более простой футбол, и это приносит результат. Сложно что-то добавить. В последнем туре вы будете бороться за выход плей-офф с командой «Формула Блеска». Примерно представляете, как будете с ней играть? Может быть, так же, как сегодня? Или какие-то будут немножечко изменения внесены в игру команды? Честно говоря, мы думали, что «Формула Блеска» такие же фавориты, как и мы, потому что они в высшей лиге играют. Но когда мы видели, что они проиграли «Маккаби», то, честно говоря, не знаю, чего ожидать. Хотелось поиграть нормальный футбол, пораскатывать, чтобы в упорной борьбе они такие счета, там, 13-2, 12-1. Нам это не особо интересно, потому что в плей-офф будет тяжелее играть. Поэтому посмотрим, но в любом случае будем играть на победу только. Я считаю, да, что там «Маккаби» обыграл вчера «Формулу Блеска». Это не показатель, нужно играть с любой командой в свой футбол. Отталкиваться именно от своей игры, а не от того, кто как с кем в другой матче играет. Сегодня отмечается День матери. Можете передать пару слов для своих матерей в честь праздника? Я думаю, от лица команды, да. Поздравляю всех наших мам, да, с этим праздником. И я думаю, что эту победу мы посвящаем им. Честно, хотели сделать небольшой флешмоб, пригласить всех мам, которые живут в Санкт-Петербурге, на матч, но, к сожалению, не получилось, и моя мама тоже заболела, но я передаю ей привет, в любом случае, я люблю, она много делает для команды, и поэтому победа действительно им посвящаю.